Всем привет! Перед вами мойка высокого давления Aurora A2060 Brush. Модель подходит для периодического бытового использования. Мощность 2200 Вт, давление до 150 бар. Этого хватит, чтобы помыть машину или фасад загородного дома, очистить садовые инструменты или дорожку. Модель можно подсоединять к водопроводу или резервуару с водой. Есть единственное «но». Емкость с водой должна находиться немного выше, тогда ей не придется напрягаться, чтобы всасывать воду. Максимальная производительность 6,5 литров в минуту. Модель компактная, легкая, для перевозки есть большие колеса. Сетевой кабель не мешается и не путается при хранении, для него предусмотрено специальное крепление. Мойка поставляется в комплекте со шлангом высокого давления, емкостью для чистящего средства и пистолетом.